Поехали позагорать, но как бы не получилось. Вот. В таком месте классно. Мы здесь уже были, может, кто его помнит. Так, что-то как-то это давайте. Но Рома спустил вел. Мы вообще сегодня с Ромой ехали каждый своим путем. Причем, ну, разными, в общем, путями. Причем я уже приехала, а Рома сидел меня там где-то ждал. Я тут, блин, одна была какое-то время. Ром так долго ехал. Давай. Ну на, твою мать. Ай, надеюсь, не прокололась себе вот этим. Прикиньте, мне прям во. Видишь, еще тут, и в вену. Тут место практически, а, ну, рядом да, прям. Ты себе просто ткнула или ударила? Ну, получается, ткнула. Ну, тогда нормально. Было больно, очень. Слушай, ай, прям больно. Ну, не до крови, благо. Не знаю, как он так. Сейчас как я улечу. Слушай, давай не улетай, а. Здесь, знаете, крутой-крутой, очень крутой спуск. Вот. Грязи кругом, смотрите, просто жесть. Все, беру рюкзак. Блин, а ногу-то теперь больно. А мне спускаться еще как-то. Жесть. Какая-то. Ай. Ну, там легко, там не так. Я говорю, мне ногу больно. Я же. Блин, ну мне некуда. Легко, легко, блин, легко, когда нога не болит. Фу, что это такое, скалопендры, что ли? Бля, какая гадость. Ай. Ай. Господи, я в одном месте хочу трупу бабочки сфоткать красиво. Что сделать? Труп бабочки. Уж с какой. Держи. Вон, смотри, а там солнышко. Держи. Во-во. Короче, все, едем назад. Просто сегодня еще оказывается, мы когда вышли, Рома сказал, пришла смс-ка, что будет гроза. Вчера такой ливень был, позавчера еще сильнее. Кстати, ну какое число-то? А, 11. 11 июля. Вот. И грязина какая. Видите? Прям грязь на ногу. Ай, люблю эту тему. Только все протерла салфеткой, когда приехала. Все ноги. Сейчас чую. Я просто думала, мы там подольше побудем. Не получилось. Так, не получилось, потому что там невозможно ходить. По факту, как и было в прошлый раз. Я думала, в этот раз, может, обойдемся без репеллентов там. Потому что не хочется репелленты. Там солнце в тот раз было прям полностью в этом месте, а вот раз нет. Не очень. А сейчас, видите, еще погода портится. В общем, во второй половине дня обещали, и там ливень с грозой, все такое. В общем, будет далеко не безопасно. Ну, мало того, что вообще под дождь попасть, а уж тем более под ливень, это неприятно. Даже летом. То... А, ну да, да, да. Ну да, есть такое. Вот, кстати, точно. Слушай, ну, в следующий раз, если поедем таки сюда, то... Не-не-не-не-не, сюда почему? Ехать будет неудобно, потому что там дорога узкая, и ты будешь по горке ехать. Это обратно ехать. А-а-а. Ну нет, знаешь, я бы лучше здесь поехала. Ну, слушай, ну вон солнце, непонятно как-то. Тут точки находят, то все-таки солнце. И даже... Ну какие-то тучи, это тучки пока. Тучи медь не назовешь. Это, еле-еле. Вот. И у меня сейчас... Так. У меня сейчас неделя. Вот, кстати, грязь по поводу грязь. Ну, кроме, соответственно, теории, один раз в неделю она у меня проходит. Нам в следующий раз говорят привозить бинты. Бинты, говорит, давайте. То есть уже медицину будем изучать. А теория, ой, практика, точнее, у меня вот автоинструктор сейчас, ну, там, неделя, наверное, у него отдыха, может, полторы, едет на отдых, и поэтому... Недельку я отдыхаю тоже. Ну, полторы даже получается. Потому что там в середине недели у меня в следующий раз. Я рада отдохнуть. А потом я уже выезжаю-то в город. Он сказал, мы немного на площадке потренируемся. И в город. Вот так вот. Видите, что здесь? Не знаю, все ремонтирует. А тут вообще не знаю, как
Как я здесь вообще проходила? Сама в шоке. Видимо, как-то так. Все, ну хоть отдохну, что. Кстати, а мне сегодня... фу, ребят, это контент. Зачем? Жаль, контент? Не засняла. Блин, ну ты... А здесь сиденье вода более-менее приличная. Ты вообще фу, ты, Зай, ну как ты могла-то? Ты велосипед куда-то не туда потащила. Шуром, я с камерой работаю, да. Стою, блин. Ты начинаешь, все, надо поддержать. Все, только сейчас не чисти, это уже дома надо. Ну как, я не поеду в таком виде. Легко, блин. Не, я салфетку возьму, потому что мне неприятно. Лягушку в каком помыть. Бензин, смотри. В общем, на чем там остановился-то? Не помню. В общем, вот такая. О-о-о! А вот теперь, да, тучки. Находят уже. Надо, конечно, двигаться. Давай пройдем чуть дальше, и там я уже найду я место, хочу где... Я велосипед перенести. Перенести хочешь? Ну да. Да, что ты тут? Ты, конечно, провезла вон там. Ну, да, здесь ладно. Это провести несложно сейчас. Там уже надо будет почистить. Вот делать нефиг тебе. Короче, мою в луже здесь. Она же чистая, смотрите, по факту. Вода просто вот из-за песка там, да, она может становиться мутной. Тут вообще прозрачная. Вот. Ну, только сандалит сверху. Ну, все, я промыла. Сверху вот чуть-чуть его почистить. Вот, все. Даже тут почти прочистила. Так приятно чистить все сразу. Вот опять чисто лужи. Ром, прикиньте, он далеко как уехал. Бабочку ему надо, которая уже не жива, сфотографировать, капец. Ну, я не пойду по такой грязи. И так вот, смотрите уже, что. Это надо, в общем, хорошего надо по луже провести. Тоже, чтобы так вот как-то аккуратненько. Ну... Сейчас, правда, все равно соберет и еще до конца не очистит. Так, а что за звук? Чуть я не поняла. Не поняла, за счет чего такой звук. Только что главное, все было нормально, а после лужи такой звук пошел. Бред какой-то. Блин, там канал вся в воде. Реально непонятно. Ну вот, здрасте, все снова собрали, конечно. Эй, ладно. Прекрасно просто. Что за звук-то? А вот сейчас, не знаю, тут получается реально без... Ой, бабочка летала. А, пока проедем по городу. По асфальту там все подшибается. Вся эта грязь. Она уже тут, вон. Единственное, только она на меня, знаете, блин. Летит периодически с колес. Это минус. А, по этой уже сейчас проеду. Я по ней и вперед тоже еду. Ну что, колеса чистят, так и все отлично. О, посмотрите. Сразу чистенько. По красоте. Вот улу вот еще ее можно объехать. Видите, здесь какой-то островок безопасности есть. Так, хоп. А тут уже снова без вариантов.